А сами наблюдали, вот поднимите руки, кто наблюдал вот те вещи, которые опасны действительно для детей, через игрушки, через музыку, через мультфильмы, кто из вас наблюдал? Перед студентами Нефтекамского педагогического колледжа 22 декабря выступил журналист и режиссер из Москвы Василий Яцкин. Специалист создал миссионерский проект под названием «Под солнцем». Он представляет собой ряд кинолекториев, где беседа со студентами о глобальных проблемах переплетается с просмотром небольших, но емких видеоматериалов. Здесь рассказывается о вредных привычках, экстремизме, бездуховности, ювенальной юстиции. Обо всем, что с помощью современных технологий программирует сознание людей на отрыв от родной культуры и внедряет губительные стереотипы поведения. В завершении лекции ставятся сюжеты о нашей культуре, традициях и вере. Как утверждают организаторы, благодаря такому контрастному подходу становится видно, что в основе всех непорядков лежит отход людей от своих корней. На этом встреча автора проекта не заканчивается. В ближайшие дни он проведет встречи с общественностью и студентами в машиностроительном колледже. Рассказывается основа информационной войны, где рассказывается, как под действием информации, рекламы, современных фильмов воздействуют на подсознание детей и юношей и формируют нездоровые психологические и физические населения. Этот кинолекторий будет в течение у нас 2 дней. Сегодня во вторник и завтра в среду в разных учебных заведениях и будут также организованы встречи с общественностью города. Самая главная цель, которую преследует этот проект, это поддержание духа патриотизма, духа терпимости, любви к народу, веротерпимости и здорового духовного и физического образа жизни.